Несенька. Буквально вчера мы повторяли с трепетом это слово, узнав, что поступили. Теперь мы заходим в эти двери студентами в последний раз. Если, конечно, пятый курс еще не ввели. Знали ли мы 4 года назад, что время пролетит так же быстро, как мяч на физкультуре? Нет, но мы верили, что когда перед нами откроются эти двери, настанет время захватывающего и удивительного приключения. Так и произошло. С первых минут мы влюбились в эти стены. Учителя стали нам родными людьми, которым хочется сказать слова благодарности. Надеемся, это куда приятнее, чем слушать сквозь пальцы наш скрежет на экзаменах. Зачем тебе туда? Там надо. Мне допуск нужен. Да допуск на выпускной не нужен, снова не нужен. А ты что, ты какой допуск? Нам вон туда, так пойдем, не ломись, нам вон туда. Пойдем лучше поздравим и поблагодарим учителей. Думаете, я сижу на подоконнике? Нет. Я сижу на тетрадке. Мы не нарушаем и вам не советуем. Дорогие учителя, вы нам запомнились каждый, а мы вам запомнились. Я хотел бы выразить вам слова благодарности за ваш труд, за ваше терпение, доброту, отзывчивость. За эти 4 года вы вложили огромный багаж знаний, который мы попытаемся воплотить в дальнейшей нашей жизни. За 4 года вы стали мне моей второй семьей и оставили наитеплейший отпечаток в моем сердце. Желаю вам радоваться жизни, оставаться всегда такими же добрыми и счастливыми. Я благодарна всем ситуациям, которые произошли со мной за эти годы. Они были разные, но каждый сделал меня только опытнее и сильнее. Хочу выразить благодарность всем педагогам за то, что они нас наконец-то выпустили. Спасибо им большое. И отдельно хочу поблагодарить моего преподавателя в специальности и моего концертмейстера. Спасибо за все. За терпение ваше бесконечное и за отношение человечное вам огромное спасибо говорим. Вклад в ваше воспитание очень ощутим. За полученные на уроках знания мы сердечно вас благодарим. Вам свою любовь и знание от души мы выразить хотим. Хочу сказать огромное спасибо за то терпение, за все те моменты, которые вы пережили вместе с нами. Я хочу пожелать вам огромного здоровья и терпения. Мы будем очень сильно по вам скучать, и мы вас очень любим. Хочу огромную благодарность выразить своему педагогу по специальности. Очень многое сделала для меня. Очень ее люблю, ценю, обожаю, уважаю. Галина Николаевна так много для нас сделала, вообще просто представить. Обожаю. Вот и в целом наш отдел просто прекрасный. Спасибо всем большое. Дорогие наши педагоги, в первую очередь я хотела бы выразить вам благодарность за то, что вы совершаете огромный труд и вкладываете частичку себя, за то, что вы даете нам знания и умения, которые нам будут помогать в дальнейшем жизни. Вы истинные профессионалы своего дела. Я хочу вам пожелать терпения, здоровья, чтобы никакие неурядицы не мешали вам радоваться жизни. Хочу поблагодарить вас за ваше терпение, за вашу доброту, за тот большой пласт знаний, который вы нам предоставили. Я надеюсь, что наши пути еще пересекутся. Хочу пожелать вам удачи, успехов и просто будьте счастливы. За последние 4 года вы вкладывали в нас частичку своей энергии, мудрости, знаний, умений и навыков.
Вы старались, чтобы мы выросли достойными людьми. И пусть не всегда мы могли ответить вам тем же, что хотелось, но мы всегда относились к вам искренне, с любовью. И мы надеемся, что ваше дело будет жить, и мы будем достойными его продолжателями. Надеюсь, мы запомнились каждому из вас. И до скорых встреч. Спасибо. Люблю, целую, обнимаю. Дорогие преподаватели, спасибо за эти 4 головокружительных года! Все слова сказаны, программы сыграны, и экзамены сданы. В жизни каждого из нас наступает новый, не менее важный этап. Все дороги открыты. Каждого ждет свой путь. Но несмотря на расставание, мы будем поддерживать нашу связь. Будем продолжать великое дело Гнесиных и нести музыку в мир. Спасибо судьбе, что мы все встретились. Сейчас мы отправляем наши мечты в полет.